Deszcze niespokojne potargały. Cztery tankisty i собака. А мы на этой войне. Десятая серия на 15-й минуте после нечетного часа. До дому вручили. Авторы сценария Януш Пшимановский, Мария Пшимановская, Станислав Воль. Оператор Ромуальд Кропот. Директор картины Еженикецкий. А то важна гра. В ролях Янок Януш Гайс. На небе облаки, по всях полно бзур. Где ж ten świat? Гуслик Франчишек Печка. Пełen добрых снов. Повручимы верни, мы четырей панцерни. Рудый наш пес, мы четырей. Григорий Владимир Пресс. Повручимы верни, повесенны. Томаш Веслов Голос. Режиссер Конрад Наленский. Не грусти. На свете много парней. Ну вот хоть бы я. Видишь, сама на мне лечит. Видишь, сама ко мне прижалась. Слушай, Кос. Как с командиром говоришь? Да брось ты, медведь косолапый. Что ты говоришь глупости? Гражданин сержант, на этой скорости я не могу, мотор греется. С Лидкой вперед уйти хочет. Ты что, ревнуешь? Я могу и в танк сесть, но у машины разные скорости. Да? Ладно. Заедем в деревню Шварцворст. Найти легко. Там железнодорожная линия и мост. И слепой найдет. Поедем вперед. Стой. Первым поедет сержант Саакашвили с радисткой и рядовым чересником для охраны. Понятно. Ты сам хотел? Лидка, лови нас по рации на 15-й минуте после каждого нечетного часа. Есть! На 15-й минуте после каждого нечетного часа. Танк поведет капрал Вихура. Вихура, налезь в танк. Бо сам хотел. Сам напросился. Раз, два. Вперед! Что там?
Стоим! Стоим! Молодец, что сказал, а то мы не знали. Что, на гвоздь напоролся? А я принимал машину, как положено. С вами ехать всегда что-нибудь откажет. Исправляй, исправляй. Помнишь, как ты в сельцах выхлопную трубу шарфом заткнул? Он дал мне тогда рукавицы на енотовом меху, как у летчиков. Он не говорил, что влюблен, не так смотрел. Иди сюда. Милая! Енота у меня, правда, нет, а вот цветочки есть. Рукавицы у меня были очень долго, потом я с ним рассорилась и вернула ему их. Возьми цветы и дай мне спокойно подумать. Хорошо? Можно спокойно посидеть и поболтать немного? Ладно, лучше всего спать на сене. И для пани сержанта я тоже принесу. Можем посидеть спокойно. И так приедем раньше их. Иди сюда, собачка. Ну что, пошел? Только чихаешь, а ехать не едешь. А зачем меня в танк посадили? Из тебя танкист, как из черта органист. Надо в мотор заглянуть. Думаешь, это просто? Как в твоем тарантасе? У нас, чтобы заглянуть, 700 килограмм поднять надо. А если не запустишь? Чудес не бывает. Раз повезло тебе в сельцах. Посмотрим. Ну, если я выиграю, я тебя на закорках вокруг танка потащу. А если нет, то ты меня разнимай. Надо сапоги почистить, чтобы командиру бока не замарать. Левый бак был пустой, ты король астраханский. Пришпорь его. Стой! Нет, нет, здесь стой. Половина четвертого. Лидка опоздала на связь на 15 минут. Вперед! Ну что ты, глубокий тыл, фрицами не пахнет. Поможно! Помоги, чем глаза таращить. Лучше подождем немного. Вы были в госпитале, а бригада воевала под Яблоной. А сердце... Держи здесь. А сердце рвалось. Крепче, крепче. О, Боже! Что случилось? Янок меня убьет! Я прозевала время для связи!
Плачь в сторону, а то погасишь. Вот беда. До цели всего километр, а тут 4 покрышки сразу. Что это там? Та башня? Усадьба, Шварцворд. К нам едет грузовик. Да-да. Пане сержант! Пан сержант, остановите. Ну что еще? Скотина страдает, не доена. Я сойду, молоко будет на ужин. Ладно. Только скорее возвращайся. Еще столько работы, а времени чуть-чуть. Что? Чуть-чуть! О, ладно. Красавка. Пошла. Молочко будет. Выйди вон, а то... Они у ворот. Всем приготовиться. Быстрее. Есть. Карл, сейчас. Переоденусь. Подожди, я сейчас ворота открою. Внимание, всем приготовиться, ждать моей команды. И тихо. Понятно? Лидка, не надо. Мы сейчас по-танкистски. Есть тут кто? Добрый день. Привет. Посмотрим, как нас здесь примут. Herzlich willkommen hier bei uns. Cześć. Lidka. Lidka. Молодец, красавка.
Лидка, не бойся. Ты что думаешь, они нас тесаками, как кур? Лидка, помоги мне. Помоги. С кем я все-таки танцевал, с Аней или с Ханей? Тогда был белый вальс. Аня убежала от меня к Хане. Чтобы не спутать Аню с Ханей, Вихура снял у Хани бантик. Бантик остался только у моей Ани. Но она опять убежала. А потом я отбил у гуслика Ханю. Я подумал, что это Аня. А это была Ханя. Я танцевал два раза с Аней или два раза с Ханей. Как узнать, кто из них Аня? Обе как две капли воды, как две овечки из одного стада. И вот вопрос, танцевал я с той, в которую влюбился, или влюбился в ту, с которой танцевал? Лидка, думаешь, я не знаю, что надо их предупредить? Знаю. Ну, что можно сделать? Шарик! Собачка! Шарик, тяни! Тяни сильнее, сильнее! Давай, Шарик, еще! Вот, молодец! Хороший пес, молодец! Тяни, тяни! Вот так! Вот, молодец! Сейчас помогу! Вот теперь бежим.
Что с тобой? Еще 7 минут. Подождем, я скажу им. Будет поздно. Мы все погибнем. Ты беги, я останусь. Одна, без оружия? И не боишься? Боюсь. А что делать? Хорошо, что они не заметили рацию в сене. Маш, держи. Ну. Теперь мы уже дома. Четверть шестого. Что? Время для связи. Четверть шестого. Узнаем, что у нас на ужин. Хорошо бы простокваша с картошкой. Нет, картофельные лепешки. Слышу тебя хорошо. Идем к тебе. Лепешки. Литка. Заряжай осколочным. Ты что, с печки свалился? Там нас ужин ждет. Заряжай, говорю. А тебе стрелять захотелось. Вихура! Вперед и налево. На дороге танк. Рыжий, я Литка. Янек, я больше не могу говорить. Эта дрянь развязалась. Она подала им знак. Нет, мой приятель. Ах, вот что. Что с ней делать? Связать. Где эта собака? Быстрее, быстрее! Я отрежу ей голову! Ах ты, змея! Я тебе покажу! Иди, иди, живее! Быстрее! Кому я сказала? Двигай, двигай! Двигай! Встань туда! Встань! Стоять! Стоять! Посмотри на это! Это твоя смерть! Помогите! Взять ее! Шарик, пусти. На тебе. Что происходит? Говори.
Ты что творишь? Что я, крыса, по дырам лазить? Хороша, блондинка. Хотела мне голову отрубить. Тогда мы сделаем ей Хайль Гитлер. Гуслик! 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 Постой, она у меня получит. С ума сошел! Ну что вы? Кроме нее здесь еще семеро. Парашютисты, наверное. Завтра ждут десант. Их послали, чтобы взорвать мост. Надо их ликвидировать. Надо. Они сейчас в доме. Брунгильда проводит. Приглашаю к танцу. Джесс. Лидка с Шариком останутся возле машины. Что ты ей сделал? Я? Ничего, мышей и лягушек. Каждая баба боится. Но я мышей не боюсь. Ах ты! Иди, иди, иди. Иди. Не могут без стрельбы. Конец работы. Делу конец. Давай, Джесс. Зови всех. Хорошо. Thank you.
Молока-то я могу много. Шестой. Внутри чистый. Можно писать. Где ты взял? Рация разбита. Почти все сгорело, это осталось. Отец велел собирать все, что немцы растащили, а ты отдаешь. У нас тетради не было. Каждому то, к чему он привык. Командиру бумага, земля крестьянину. А кто играет гармонь? Покажи. Ты ее знаешь? Ее у нас пели. Я много их знаю. С отцом батрачили, пол Польши прошли. Пока в Судзянке не попали. А вот такую не знаете? Что это значит? Грузин, берись за меч. Грузин? Что? Брось петь. Плохо у тебя выходит. Его нужно петь. Нужно петь на голоса, а с вами? Разве споешь? Пан сержант. Что? Скажите капралу, чтобы отдал. А? Что, это отдать? Гармонь. Он все равно не умеет играть. Już tam kolej stoi zryktowana, przy kolejny klas. Ваша! Юху! Ты здесь, ну прошу. Убери кочергу, глаза выколешь. Давай, давай. Бей! Нападай. Мы с тобой оба ослы. Видишь, если сердце из железа, и деревянный кинжал хорош. Виноват. Литка. Литка.
Слухай, Элитка. Элитка, можешь спать здесь. Сюда никто не войдет, я постерегу. А ты не войдешь? Я же люблю Аню. Ханю? Аню, говорю тебе. Пронумеруй их, а то перепутаешь. Да, пронумерую. Плохим человеком пахнет. Оставь шарик. Мы будем в него всякие мудрости записывать. Ольгерт не записывал. Ольгерт все в голове держал. А у меня в голове поспать бы. Отдай ему гармонь. Зачем? Не зачем. За тем, что играет. Тебе-то она зачем? Ладно, вот пули засвищут, посмотрим, какой он солдат, тогда дам. Томаш сказал, что это блокнот радиста. Смотри. Шарик, оставь! Шарик, оставь! Шарик, заставь! Оставь! 1 FN 11. Не пойму. Шарик! Шарик, назад! Прочь! Выгоняет злого духа из дома. Садись. Транспортные юнкерсы. 1, 2, 3. И мессершмитты. Я понял. Который час? 11 с минутами. Покажи. 11:45. Провела нас Брунгвильда. Говорила завтра, а не вон сегодня. Смотри, прыгают. Вихур, Литка, Шарик останутся с машиной. Я не останусь. Хватит этих поездок порознь. Что за базар? Там будет жарко, Литка. Я хочу с вами. Не болтать. Ладно, поможешь Гжегожу у пулемета. Томаш и Вихура, танковый десант. Думает обо мне. Сперва хотел, чтобы я была в безопасности, а теперь, чтобы рядом с ним.
Братья! Быстро, связь! Дайте связь! Боишься? Алекс, а Джейс волнуется? Нужно в обход. Не успеем. Пройдешь? Не знаю, вода. Проверь глубину. Слушаюсь. Рядовой Чересняк ко мне. Мы с ним на той стороне присоединимся. Лезь. Приказ был вам, капрал. Не рассуждай, лезь. Я буду тебя прикрывать. Удержите, пан капрал. Там гармонь осталась. Да. Еще кто возьмет? Ну ладно, ладно, лезь. Всегда я. Ну ладно. Можно! Ты что? Слева. Вперед! Вперед! Быстро! Быстро! Сюда, Ганс. Быстрее давай. Подтаскивай. Ну, давай, наконец. Быстрей, быстрей, быстрей. Ну, что ты копаешься? Это русский танк! Ха-ха-ха!
Не шпилитка. Осколочным. Есть осколочным. Готово. Готово. Если они успели подключить провода, сейчас взорвут мост. Может, осколочным? Провода и порвем. Попробуем, только вряд ли выйдет. Отходим, отходим! Где-то обрыв. Попробуй еще. Вот проклятие. Все отходим. Удрали. Получилось. Главное, мост уцелел. Где Чересняк? Может, ранен? Если бы ранен, был бы здесь. О, попа, смотри. Эскадрон, стой! Назад! Вперед, батьки, не лезь! Кто здесь командир? Я. Эскадрон разведников бригады, группа преследования. Докладывает вахмистр Калита. Где противник? Оторвался. Сколько их? Приземлилось человек 60, одну треть потеряли. Что, у вас радио, что ли, нет? Если б я знал на четверть часа раньше об этом, что они говорят? Немцы нам не докладывали. Будет у меня к вам дело. Кобылку для беседы пошлю. Почему им дали уйти? Ночью в лесу преследовать. Ну, если солдат хорош, да на коне. Привет.
Попробуй поймать, раз вы не сумели. Эскадрон, за мной рысью марш! А ты я думал, что командиром быть только галушки есть. Откуда ты такой мокрый? Где оружие? Это я... Молился, что пуля не тронула? Нет. Танк — это вещь, но у джигита душа болит. Литка Малгожата Немирска, Вихура Витольд Пыркош и другие. Композитор Адам Волочинский. Конец 10 серии.